день, меня зовут Лысенок Евгений, я директор сети туристических агентств «Викинг Туристик». Мы сейчас находимся с вами в Турции, регион Кемер. Будем осматривать отель «Лариса Принцесс Фазелис». А пляжи нравится? Да. Нормально, да, только вот галька немного больно. Ну, тапочки купили нормально. Относительно. Ехать можно? Ну, да. Да. Ну, как бы для той цены, за которую мы купили, так вообще отлично. Спасибо. А поскольку вы брали? Возле отеля, возле ресепшена находятся бильярдные. Столы, можно поиграть в бильярд. Машинки. Здесь же аквапарк. Две горки. Джакузи. Давайте ближе подойдем, посмотрим. Детский бассейн. Ребенку по колено. Ой, как весело. Бассейн, тут корабль. Номер 548, стандарт. Ковровое покрытие здесь, ковролин. Две кровати, одна большая, одна маленькая. Плазменный телевизор. Балкон с видом на море. Балкон средних размеров, два стула, столик. Прямой вид на море, на территорию, на бассейн. Прекраснейший вид открывается. Ванная комната. Чисто, все аккуратно. Ванна здесь утоплена. Ну, ванна так себе. Повидавший вид, уже и душ. Главный ресторан. Футбольное поле, резиновое покрытие, напротив детская площадка и детский клуб, судя по всему. Горки, его сейчас еще делают, мастер работает, качели. Посмотрим, чем занимаются детки. Здравствуйте. Телевизор, подушки. И вот мы вышли с него. Такая галька. У них есть собственный пирс небольшой. Кемер очень красивый. Здесь горы, лес, зеленая растительность. Water polo! Хорошо.
4 часа в футбол. Водное поло вроде? Водное поло, да. Вот такие шикарные цветы растут на заборе отеля. Камера, конечно, не передает всю эту красоту. Очень красиво. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лысенок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.